Всем привет! В этом видео рассмотрим новый лаунчер от компании Xiaomi, который, возможно, будет в MIUI 11. Ведь чем ближе анонс новой оболочки, тем больше всплывает интересных подробностей. Сразу отмечу, что возможно нестабильная работа новой версии, поэтому в случае чего нужно будет удалить обновление этого приложения. Ставим, как обычно, ПК-файл и после чего переходим в настройки «Рабочий стол». Тут у нас добавляются новые разделы – китайские иероглифы и встряхнуть для заполнения. Именно об этом была речь в последних видео о MIUI 11 касательно новых фишек. Начнем с китайских иероглифов. Они позволяют нам оставить стиль рабочего стола, либо же привычный нам, то есть ярлыки на рабочих столах и все, либо же поменять на стиль, который есть в Poco Launcher или же в стиле от чистого ведроида. Уже старый дизайн немного приелся и решил поюзать именно последний вариант. Кнопка, открывающая ленту приложений, может быть в любой части экрана, что очень хорошо. Никаких особых настроек тут мы не можем наблюдать, что есть плюсом. Помимо этого, в новой версии появляются шорткаты, то есть быстрые возможности для выбранного приложения. Правда, пока на некоторых только о приложении, но я думаю, оптимизация дойдет и до них. А так, самые ходовые приложения имеют быстрый доступ к необходимым функциям. И вернемся к встряхиванию. Располагаем хаотично ярлыки, после чего удерживаем на экране пальцем до появления инструментов редактирования. И делаем встряхивание телефоном. Значки после этих действий становятся в один ряд. Вот как-то так выглядит новый лаунчер. В комментариях напишите, что думаете об этой кастомизации и какой стиль оформления сами используете в своем телефоне. А в конце видео хотел бы упомянуть о нашем втором канале, где будут выходить различные видео, касающиеся не только продукции компании Xiaomi. Ссылку вы найдете в описании под этим видео. Поддержите это видео лайком, если оно вам было полезным, а также не забывайте о наших социальных сетях. Ссылки будут в описании. Сегодня с вами был Илья, и всем до новых встреч!